Состоялась очередная встреча председателей Люберецкой администрации и депутатов округа с председателями уличных комитетов в поселке Красково. Красновчан волнуют вопросы, связанные с вывозом и ликвидацией отходов, возможность подключения частных домов к централизованному водоснабжению и нехватка в поселке контейнерных площадок. Вопросов много. Значит, если узкая улица, просят там установить знаки, чтобы действительно можно в частном секторе было детишкам ходить нормально в школу, не боясь, что транзитный транспорт, значит, будет угрожать как-то здоровью. Все проблемы и пожелания зафиксированы в протоколе и будут рассмотрены администрацией городского округа Люберцы уже в ближайшее время. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.